Привет, Инсургент Портал, третий день на Music Mess Russia. С нами Ольга Старикова, вокалистка группы Пранаяма. Оля, у тебя сегодня был акустический сет на стенде Live Music. Как тебе, как публика? Публика чудесная, все подбежали, посломились, потанцевали, попели, похлопали в ладоши. Вообще все круто, все. Посломились под акустику? У нас не совсем акустика сегодня была, у нас такая трип-хоп акустика с электронными биточками, такая модная. Электронные биточки даже Алекс Молекул сегодня оценил у вас. Вот видишь, как здорово. Как впечатление от выставки вообще? Впечатление от выставки, позитивное, конечно. Много всех, много всего, много информации, очень шумно. Мы ходим в берушах, ничего не слышим. В общем-то, нам круто. Какие планы на... В плане музыки, какие будут дальше новые релизы, может быть, концерты? На ноябрь у нас запланирован релиз. Это будет фит с одним известным очень музыкантом, не скажу с каким. Вот, потом мы... Сюрприз будет. Сюрприз, да. Потом в ноябре мы играем в бывшей Yoti Space, которая сейчас Glove Club. Green, да. Да, с группой Slot. А потом в декабре у нас состоится презентация второй части нашего первого альбома. Вот так. Слушай, а вот сама сейчас какую музыку слушаешь? Какие группы? Вот если можно зацепить именно наши, так как это выставка проходит у нас. Оксимирон назвать нельзя, да? Ну, да не, ну пусть будет, ладно. Ладно, черт с ним. Очень жду от наших супер-рэперов каких-нибудь релизиков. Какой я слушаю? Рок? Не знаю, рок, не рок. Да не обязательно рок. Была очень рада воссоединению пятницы. В общем, прям пропёрлась от их альбома. Все замечательно, все прекрасно. Я люблю музыку. Сегодня самый такой насыщенный день выставки. Кого из знакомых музыкантов встретила? Кого было приятно видеть? Ой, я Кэш встретила. Мы в соседних палаточках сидели, они автографы раздавали. Мы играли. Встретила, соответственно, музыкантов из группы Slot. Кого я еще встретила? Встретила своего дружище старого, Серегу Мамая, который уличный музыкант, гениальный совершенно. Вообще, очень много знакомых лиц, всех люблю. И под конец, общие впечатления от выставки и советы начинающим музыкантам, когда только начинают свой путь в этом плане. Впечатления прекрасные, повторюсь, замечательные, движово, все весело, прекрасно. Советую музыкантам. Ребята, просто начните это делать и делайте все с душой, от души, от сердца, и чтобы все было настоящее и крутое. Всем рок!